Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми торкаємось проблем здоров'я. І оскільки зустрічаємося на початку вересня, звісно, основну увагу спрямуємо на адаптацію першачків до шкільних навантажень. Для того, щоб розібратися у цих питаннях, ми звернулися за допомогою до завідувачки шкільно-дошкільного відділення Миколаївської міської поліклініки номер 3 Світлани Ганжі. Світлана Олександрівна, доброго дня і дякую. На самом деле очень сложный вопрос, очень важный вопрос, потому что от того, насколько гладко и удачно пройдет процесс адаптации ребенка, который впервые переступил в школьный порог, собственно говоря, зависит весь на учебный процесс в будущем. Это и старшая школа, это и среднее звено. И тем не менее, вот давайте разберемся по составляющим. Что же такое адаптация ребенка к школе, с чего состоит этот такой сложный процесс? Ну, прежде чем ребенок переступил порог школы, конечно, он встречается не только с трудностями, но это даже называется стрессовой ситуацией. Социальный стресс – это когда ребенок ищет взаимоотношения с новыми детьми, учителем, и какие-то принимает новые правила обучения в школе. Интеллектуальный стресс – он это существенная нагрузка, приобретение новых знаний. И иммунологическое, когда ребенок в этом возрасте 6-7 лет, он как раз, большая прибавка идет в весе, росте, дети вытягиваются за лето по сравнению с дошкольным возрастом. Вот, изменяется сердечно-сосудистая система, нервная система. И как раз в этот период необходимо обязательно родителям очень заботиться о детях, проявить больше заботы, больше ласки, больше внимания. И поэтому, конечно, рекомендуется мамам или там взять за свой счет, или в отпуск пойти. То есть какое-то время с ребенком нужно постоянно находиться, потому что ребенок первоклассник, они еще маленькие, и они не справляются с этими трудностями в одиночку. И, конечно, поддержка в этот период просто необходима и со стороны учителя, и со стороны родителей, и того, и другого. Вы знаете, как правило говорят, что процесс обучения, навчально-виховний процес, да, это залог успеха, это триединство. Это когда педагоги, ребенок и родители настроены на одно. И в принципе, вот и медики сегодня подтверждают, что да, залог даже физического состояния, успеха ребенка, это вот такая вот общность интересов, общность действий, согласованность. И на самом деле возникает очень много вопросов вот в социальных сетях, потому что родители по-разному смотрят даже на режим дня ребенка. Светлана Александровна, вот маленькие детки, какова же должна быть нагрузка и вот этот режим дня, как правильно его составить для того, чтобы упростить процесс адаптации малыша? Ну вот одна из таких посильных форм помощи родителей детям – это, конечно, разумный режим дня. Разумный режим дня, он составляется из нескольких составных. Это сон ребенка. Ребенок должен обязательно спать 10-11 часов. Допускается и дневной сон. Если мама забрала ребенка из школы, она может с ним погулять. Ребенок, если испытывает большое переутомление, то значит он может поспать. Потому что для обучения, для выполнения домашних заданий мозговая активность идет в 16-18 часов. И в это время можно проводить уже домашние задания. Вот. Сон, да. Физическая активность обязательно и прогулки. Прогулки на свежем воздухе, они не должны быть меньше 3 часов. И физическая активность, так как ребенок в школе, будем так говорить, привязан к парте, потому что он должен внимательно слушать учителя, он должен выполнять какие-то задания, он должен просто сидеть 30 минут за партой. Поэтому физическая подвижность обязательно нужна. Это и прогулки пешком, и, значит, можно такие
формы, подвижные игры. И обязательно, я просто прошу родителей, чтобы вы детям устраивали утреннюю гимнастику. Она стимулирует все органы и системы, потому что даже иммунитет, это он повышается, когда ребенок начинает двигаться. И эту утреннюю гимнастику, там много не нужно упражнений делать. 5-7 упражнений, и ребенок, не бойтесь поднять ребенка чуть раньше, для того, чтобы он сделал утреннюю гимнастику. И увидите, как ребенок с удовольствием будет идти в школу, и вот у него уже будет желание такое учиться, да. Светлана Александровна, ну вот смотрите, 3 месяца каникул. В принципе, для деток, которые выпустили из садика, для них вот этот момент каникул, он не настолько, знаете, желанный. Просто дети себе отдыхают, они, в принципе, еще не настолько были загружены в садике. Тем не менее, вот начался учебный процесс. Как учитывать, знаете, вот эти биологические часы, когда лучше лечь, уложить ребенка для того, чтобы он выспался. И вот этот момент жаворонок, сова, когда ребенок может долго ночью, например, да, там быть активным, а утром ему тяжело подняться. Вот как это сбалансировать именно родителям, потому что от них, в принципе, зависит. Ну, сейчас дети жаворонок, сова, я, в общем-то, такого сильно не наблюдаю, потому что дети все утомляются. Их надо напрягать, конечно, в течение дня, чтобы ребенок ночью не бродил и не ходил, и холодильники не открывал, и все остальное. Это потому что это дети, которые в школе, они задействованы. Можно, конечно, вот дети 7-6 лет, они, конечно, не очень хотят днем спать, потому что и потом нарушается ночной сон. Ну, не то, что он не уснет, но он может просыпаться. Он может, они перевозбуждаются. Перевозбуждаются, да? Да. Поэтому нужно обязательно в 9 часов ребенок должен быть в постели. Вот. И как раз вот перед сном можно провести воздушные ванны. Это тоже закаливание очень хорошее. То есть вы, когда переодеваете ребенок должен там голенький побыть, босиком походить. Вначале по коврику, потом по полу. Потому что это тоже все стимулирует все системы, чтобы они работали, чтобы они не застревали нигде. Видите, как важно все, какие маленькие такие элементы, на которые, в принципе, может быть, даже родители внимания не обращают. Как вы относитесь к тому, что ребенок за компьютером сидит? Сколько в течение дня надо уделить этому время? Или, может быть, вот первый момент адаптации к школе, этот вопрос вообще как-то обнулить? И не допускать к компьютеру? Нет, ну не допускать, если вы, например, допускали до того, то ребенка сейчас будет тяжело оттуда оторвать. Единственное, что нужно, сменить деятельность. То есть вы идете на прогулку, вы играете, вы рисуете, вы резаете. Как раз тоже моторика пальцев для того, чтобы ребенок правильно держал ручку, чтобы у него был красивый почерк, то тоже нужно моторику этим подстёгивать и стимулировать. То есть в течение дня можно все-таки допускать к компьютеру, да, но что это должно быть? Нежелательно, конечно, потому что это не очень хорошо, но чтобы ребенок не сидел у телевизора, не у компьютера, а занимался подвижной игрой или что-то конструировал, что-то, ну, заменить, может быть, сказать, там, сломался, не поломался. Там выключили. В общем, как-то... Ой, как сложно это. Это очень сложно. Я понимаю, это очень сложно вот родителям к этому перестроиться, потому что почастую очень родители там заняты, что-то нужно и дома приготовить, что-то это. Иди там мультики посмотри. Но этого не должно быть, потому что вот именно первоклассник, он должен попасть в струю и уже... От этого будет зависеть его, как вы сказали, и средняя школа, и старшая школа. Конечно. То есть как построено. Первый класс, он задает ритм, собственно говоря, на весь вот этот процесс. Да. И насколько родители поймут и почувствуют своего ребенка, насколько помогут, настолько, в принципе, все успешно закончится. Это, конечно, истины прописные, но тем не менее, каждый раз, когда мы сталкиваемся с этим, мы понимаем, насколько это важно. Светлана Александровна, дети пришли с результатами профилактических осмотров. И здесь очень важно для родителей
знать, на что нужно обратить внимание и как правильно, исходя из результатов профилактических осмотров, оформлять день ребенка? Ну, родители не только должны знать результат, они приходят на профосмотры с детьми со своими, и уже они должны обязательно. Профосмотры проходят первоклассники всех узких специалистов. Это хирург, ортопеды, лор-врач, окулист обязательно, стоматолог, психиатр, фтизиатр. Это очень важно. И необходимо, чтобы этот ребенок прошел и анализы крови, анализы на глисты, потому что после лета нужно провести противоглистное лечение. Вот. И в этот момент мама должна знать, она не должна видеть только результат, она должна именно вникать тогда, когда она идет к специалисту. К ортопеду это нужно обязательно уделить внимание осанке, потому что от осанки зависит развитие сколиоза, если не будет нормально ребенок себя вести за столом, за партой, чтобы была правильная осанка, чтобы ребенок не горбился, чтобы ребенка было 30 сантиметров от глаз до его учебника или тетради. Да. Угу. И окулист должен определить остроту зрения, потому что возможно, у ребенка развилась миопия. Кстати, вот компьютер как раз, он стимулирует эту миопию. И уже не дай бог, чтобы ребенок уже имел миопию в первом классе. Потому что от этого зависит, на какую парту ребенка посадить. Как ему преподнести это, с какой стороны, где свет больше, где чего. Потому что это очень важно. Как организовать важно. Вот это, да, мини-процесс, да. Обучающий. Стоматологи должны посмотреть кариес, потому что это лишняя инфекция, потому что начнется осень, начнется зима, и, конечно, дети будут болеть. Вот. И чтобы это все предотвратить, лор-врач должен обязательно посмотреть. Может быть, кому-то аденоиды надо удалить, кому-то миндалины. Но сейчас уже тенденция к этому немножко другая, но я просто имею в виду санацию очагов инфекции. Держать под контролем, да? Держать под контролем. Да. И мама должна об этом везде сказать врачу, и уже когда делает педиатр заключение, тогда она уже смотрит физическое развитие ребенка, это вес, рост ребенка, индекс массы тела, и потом уже все диагнозы, которые ставят узкие специалисты. И тогда определяется группа здоровья и физкультурная группа, которая тоже очень важна. Вы знаете, Светлана Александровна, вот из собственной практики, как рассказывают подруги, мы получаем эти справки, правда, мы проходим, и все это четко, так как нужно, но дальше процесс как-то останавливается, мы отдаем в школу эту справку, и все. А на что дальше надо обратить внимание? Как мы можем проследить, или, может быть, не нужно это контролировать? Вы имеете в виду, если какое-то заболевание у ребенка? Если у ребенка, да, например, определена там вторая группа здоровья. Что дальше происходит? Это определенное занятие на физкультуре или определенные нагрузки? Ведь, в принципе... Заключение же делает педиатр. Вторая группа – это еще не больные дети. Это дети здоровые тоже. Первая, вторая группа – здоровые. Третья группа – это уже хроническое заболевание, которое... Мама прекрасно знает. Угу. Вот. И она уже идет просто к врачу как на лечение или на осмотр, или это. То есть она уже знает, что ребенок ее болен. И там уже определена, педиатр определяет группу по физкультуре, физическое развитие определяет. То есть, в принципе, мы должны общаться с медработником в школе. Конечно, так, конечно. Хорошо. Заключение есть и у учителя. И у медработника. Понятно. А уже сам процесс нагрузки на физкультуре, это уже решает педагог. Конечно. Понятно. Конечно, конечно. Хорошо. Давайте мы поговорим о профилактических мерах, которые, в принципе, могут адаптировать ребенка быстрее. Потому что, вы видите, мы открываем как бы каждый момент вот, относительно целой этой системы. Но если брать вот профилактику в целом, с чего начинать и для того, чтобы все нормально закончилось? Нет, я говорила, что начинать нужно с режима дня для того, чтобы ребенок правильно адаптировался. А вот режим дня должен существовать с самого-самого начала. То есть о режиме дня мы должны позаботиться еще, наверное, в июне, да?
если мы говорим о первоклашках? Нет, в июне это рано, дети отдыхают, там они могут где-то задержаться на улице, где-то побегать, потому что темнело гораздо позже, чем обычно. Это уже можно где-то в августе за недели две сказать, что ты, вот, ты уже будешь школьник, тебе нужно вот посидеть в школе, тебе нужно адаптироваться своими сверстниками, познакомиться, потому что очень много новых детей, не обязательно все из садика с одной группы идут в один класс. Они по разным школам идут, поэтому вот. И еще я хотела сказать, что вот если ребенок хочет взять любимую игрушку в школу, то не надо ему запрещать, потому что это его немножко будет сохранять и как-то охранять, потому что это его любимая игрушка. Но нужно объяснить обязательно, что ты должен поиграть этой игрушкой только на перемене. Вы видите, насколько психологические такие маленькие манипуляции, но насколько они действенны, потому что, в принципе, своего друга у ребенка, я так думаю, что будет желание взять с собой в такое серьезное мероприятие, как обучающий процесс. Давайте поговорим о роли семьи, потому что ребенок, приходя в школу, он остается один на один, собственно говоря, с классом, с учителем, со всем вот этим новым, новой сферой, в которую он вступает. Но насколько он будет внутренне себя чувствовать гармонично, зависит от того, насколько все члены семьи будут соучаствовать. Ну да. Вот как правильно организовать семейный досуг, да, для того, чтобы это все произошло? Родителям, конечно, не нужно забывать о том, что дети ходят в школу не для того, чтобы получить знания, не для того, чтобы только получить оценку за это. И это должно не обсуждаться. Вы должны ребенка обязательно спросить, с кем ты сидишь, о чем вы разговариваете на перемене, какие твои друзья, какие у тебя события были, которые вот ты поделился со своим другом. Очень хорошо можно приглашать одноклассников домой, вот, что мама может с ними там побеседовать, что-то там им дать поиграть, ну, конечно, не телевизоры, не компьютеры. Конечно. Вот. И участие, это тут очень много, очень нужно много внимания для того, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким. Но в школе, когда мама его приводит и оставляет с учителем, это уже задача будет учителя. Педагог, вот как, конечно. Да, как педагога, как он к ребенку, дети все разные, нужно относиться к детям, объяснить правила поведения в школе и уже к этому как-то всех детей к этому приучить. Вот мы проанализировали общие тенденции, да, адаптации к школьному процессу, к процессу нагрузки. А если все-таки определить вот временные пространства, сколько же по времени вот надо особое внимание уделять и понимать, что вот сейчас происходит процесс адаптации. Это индивидуальный момент или есть какие-то общие все-таки закономерности? Нет, ну я так думаю, что это индивидуальные, конечно, моменты, но они есть, которые они складываются из общих моментов и индивидуально. То есть не нужно родителям начинать с обсуждения в школе или там, например, какой-то за что-то его там наказали и не говорить, что вот тебя там неправильно наказали, это наоборот. Нужно, чтобы ребенок успокоился, а потом уже разобрать эту ситуацию. Ситуация должна быть, ну, не вызывать негативных ощущений ребенка, то, что в школе ему там или обидели, или неправильно сказали, или учитель сделал замечание, чтобы он правильно это сформулировал, то есть в своем мозгу, потому что это очень важно. Конечно же. Единая позиция и преподавателей, и родителей – это залог успеха адаптации и всего учебного процесса ребенка. Это, конечно же, очень важно. Из своей личной практики, как вы видите, какие дети быстрее адаптируются, какие медленнее? Ну, быстрее дети адаптируют те, которые ходили, наверное, в детский сад, потому что коллектив у них был сформирован, и в коллективе они в этом и уроки делали, будем так говорить, буквы изучали, то есть они и со сверстниками умели находить общий язык, то есть они социально. Уже общались социально, да. А те дети, которые в садик не ходили, они, конечно, индивидуально были прикованы к своим родителям, прикованы к бабушкам, к дедушкам, которые его опекали бесконечно. И тут он пришел в класс,
и другие дети не делают так, как он. Понимаете? И поэтому он, конечно, немножко... такой внутренний конфликт. Внутренний, появляется. Да, конфликт. Поэтому почему-то вот на того он внимание больше учителя обратил, а на меня он меньше. А он привык, что у него было внимание очень абсолютное. Да, понимаете? Поэтому эти дети... Поэтому нужно учителю, конечно, учитель очень первых классов, грамотные, хорошие учителя. Поэтому они, этих детей, они... еще не такие, они гибкие, то есть из них можно лепить все, что угодно, понимаете? Они не врут, они не открытые, да, поэтому можно их узнать сразу. И учитель это видит, и он должен это, конечно, учитывать. Я больше чем уверена, что, конечно же, преподаватели, профессионалы своего дела, особенно если повезет, что попадут детки к опытному преподавателю, они сделают свое дело, это безусловно. Чаще всего, мне кажется, что родители где-то вот не дотягивают, какие-то ошибки происходят, возможно, по незнанию, возможно, потому что мы просто не обращаем внимания. Вы в своей практике вот сталкиваетесь с какими недочетами, какими-то родительскими? Где самые такие моменты упущения? Ну, я вот уже говорила, что родители должны просто лаской и своей заботой и не срываться, что если ребенок неправильно написал, то ты вот неправильно написал, ты неправильно ручку. Нет, вы покажите как, расскажите как. То есть нужно очень большую выдержку иметь. А если мама, конечно, за работу пришла уставшая, и ей некогда этим заниматься, нужно это некогда отодвинуть. И сделать так, как положено, потому что вы можете настроить ребенка, что он не сможет потом дальше в школу хорошо... Закроется, не будет с вами делиться. Поэтому нужно вот, ну, превозмочь все и сделать так, как вот ребенка этого, чтобы он не был в одиночестве ни в школе, ни дома. Помочь, да, помочь, поддержать. Конечно. Светлана Александровна, последний вопрос, но тоже очень важный. Какие функции выполняет медицинский кабинет в школе и на что можно рассчитывать, собственно говоря, и детям, и родителям? Тоже я хотела тоже сказать. В нашем районе обслуживания, в наших школах во всех есть медицинские работники. Это медсестры. Врачи тоже у нас есть, но они на несколько школ, потому что тут по количеству детей. Значит, медицинский кабинет находится в каждой школе. И, значит, он предназначен для того, чтобы оказывать неотложную медицинскую помощь. Если ребенок приходит, например, и говорит, там у меня насморк, и мама мне сказала, что вы мне пришли из-за капли, то этого нет. Есть приказ Министерства здоровья Украины, что, значит, в связи с тем, что есть много аллергических реакций у детей на препараты, поэтому без ведома родителей, без ведома этой информации и ничто нельзя проводить, никакие им дать лекарство какое-то. Вот. Если ребенок пришел с насморком, то это, конечно, очень плохо, потому что ребенок не получает достаточно кислорода, который нужно и легким, и мозгу, потому что он должен работать, а у него затрудненное носовое дыхание, он не может дышать. Вот. И поэтому нужно родителям это учитывать, потому что лучше вы полечите ребенка 3-4 дня, для того, чтобы ребенок потом полноценно, и он догонит эти 3-4 дня в школе, которые он пропустил. А какие препараты все-таки можно? Только парацетамол пока, вот он должен присутствовать, потому что может и головная боль быть. Парацетамол пока таких вот побочных действий не имеет, и он помогает. А неотложная помощь, она идет при анафилактическом шоке, при судорожном синдроме, гипертермически, когда высокая температура, мама не углядела утром, что у ребенка температура, и к 12 часам она у него повысилась очень высоко. И медсестры, девочки, они все в курсе, у них есть инструкции, есть все. И для
неотложной помощи, которые лекарства покупаются в школе, бюджет школьный предоставляет деньги, и мы покупаем лекарства эти. Как много информации важной. Я так думаю, что вы видите со всех сторон, если составляющая выстраивается, то в принципе все удачно будет у наших первоклассников. Самое главное, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Ну, аж взрослые помогут в этом. Все, что обязательно, нужно сделать, обязательно надо помогать. Пожалуйста, я прошу родителей, проявите большую заботу, ласку и любовь к своему ребенку. Спасибо большое, что вы были с нами. Крепкого здоровья вам и спасибо. Вашим пациентам. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Ми бажаємо вам міцного здоров'я і всього самого найкращого. Залишайтеся і надалі на нашій затишній хвилі.